что мы будем рады вас видеть перед нашей палаткой. Если нет, то мы будем рады, что вы на крыльце находитесь и слушаете нас сегодня. Итак, вы знаете, дорогие друзья, что сегодня в городе Таллине по инициативе Совета русских школ, а также по инициативе вице-мэра по образованию господина Келлота проводится митинг защиты конституционных прав. И когда решался вопрос, а как Марва может принять участие в этом митинге, то мы, в общем-то, не надеялись, конечно, что будет такая погода. Мы решили, что мы проведем свой митинг, потому что у Марвы другая ситуация. Марве есть что сказать, и Марве есть что написать в той резолюции, которая будет отправлена в город Таллин в правительство. Здравствуйте всем. Ну, все-таки вот молодцы собрались, поддержали, потому что, а то смешно, да, у нас чуть дождик, так мы разбежались. И вообще в последнее время что-то мало собираемся. Зачем им вера? Запретить. Зачем им память? Стереть. Зачем им история? Сжечь. Зачем им могилы? Скопать. Зачем им язык вырвать? Зачем они вообще нужны? Молчать. Так вот, мы не будем молчать, мы будем сегодня много говорить, петь в поддержку русскоязычного образования для наших детей. Музыка Владимира Семеновича Высоцкого. Слова, подслушанные на улицах города Нарвы. В одной маленькой стране на северо-востоке размножаются извне и слиты однополки. Все на русском говорят, странные ребята. Кто и звал их, чем их есть, не знают депутаты. Давай законы утверждать, их языку их принуждать, напоминать про их мать. Кому нужна такая рать? Всего на Нарве городе скитаются. Там наехали с Китая мудрые китайцы, россияны хампы, нам семей чай на таун. И китайцам выбирать, какой язык по нраву. И тут пойдет галдеж, улай, мой сильный сын, не понимай. Наступит благодатный рай. А на эстонском говорим, редко нам бывает. И на русском языке нас на три посылают. Что поделать, русский мат поймут без перевода. Языковая программа для всего народа. Мы от майора перешли, спасибо вам за дороши. И вспомнили про их умать, и мы вернули избирать. А говорят, что в Москве случилось несчастье, а у нас премьер-министр дорогое счастье. Обещания свои исправно выполняет, семимильными шагами в Европу нас толкает. Вы извините за сарказм, этот мудрый скалолаз все тащит в мир, а он все вас. Швабы, русские, финны и датчане приложились к генофонду не найти начало. Крайне все точки остаемся мы. Господи, коммунисты, латыши, грузины, бульбаши, все переврали, посмели, перевезли, перевезли страна в долгах. И мы мили. А не волнуйтесь, граждане, тибы, гоморилы, наши альма-матеры на финские сортиры. Ни за что не поменяем ради спиногрызов, хоть и демократия на жизнь полна сюрпризов. Все переврали, посмели, перенесли, перевезли страна долгов. Мы с весельцем перенесем, ведь и вам город за мостом, что немцы смерть нам не почем. Мы с весельцем перенесем, ведь и вам город за мостом, мы на родной земле живем. Красивых мест много, и песен хватает о них. О таллинских башнях, заводах и шахтах и узких городских. О городе на реке Нарва я рассказать вам могу. Там
тысячи девушек славных, я спеть вам о них хочу. Искренний и нежный, образованный и верный, не в парку и не в ярможеный, только фонтанатный. Прекрасный и умяный, нелестный и желанный, не в полину, не в покой орал, наилучшими девушками Марлен. Слышите забытый вальс о тысячи девушек славных, о женщинах и о вас. Искренний и нежный, образованный и вежливый, не в тайну и не в дар, но жених это только в маре. Прекрасный и румяный, прелестный и желанный, не в полине, не в кафе-яре, наилучшие девушки Марио. Не в полине, не в кафе-яре, наилучшие девушки Марио. Наш митинг, и сейчас к микрофону приглашается Александр Ефимов. Он водитель ученика 4 класса. Он член попечительского совета, ну а по совместительству председатель Ларского городского собрания. Слово Александру Ефимову. Нас всех и нас объединяет общее чувство тревоги и заботы за наших детей. Самая лучшая радость родителю – это радость за своего ребенка. И самая большая гордость – это гордость за своего ребенка. И мы стараемся, чтобы будущее наших детей было лучше. И все наши труды и помыслы направлены на это. И в первую очередь мы стараемся дать хорошее образование своим детям. Мы стараемся обучить их так, чтобы в будущем это им помогло. И знания, полученные детьми в школе, это хороший задел на будущее, это бесценная инвестиция в ребенка. В городе Нарве прекрасные школы, в городе Нарве есть талантливые учителя, есть очень способные ученики, которые выступают на олимпиадах, занимают высокие места. Они поступают в университеты не только в Эстонии, а во многих странах мира. Они прославляют своих учителей, родителей, они прославляют свой город. Так было всегда, так есть сейчас. Но как будет дальше? С 1 сентября прошлого года в гимназической ступени обучения 60% предметов преподается на эстонском языке. Это существенно затрудняет обучение детям. Многие девятиклассники сейчас опасаются идти в гимназию из-за того, что им там придется изучать основные предметы на неродном языке. Они выбирают училище ПТУ. Я не против того, чтобы учиться ПТУ, не против того, чтобы получать там профессию. Но выбор это должен быть осознанным, а не вынужденным выбором. Часто противники русскоязычного образования подменяют наш тезис. Они говорят о том, что мы против эстонского языка, значит, мы против государственного языка, и якобы мы против государства. На самом деле это инсинуация. Никто не против эстонского языка. Все мы прекрасно понимаем, как важно знать государственный язык той страны, где живешь. Но изучать этот язык нужно на уроках эстонского языка, а не за счет предметов физики, химии, математики и биологии. Нельзя ни в коем случае, в данном случае цель не оправдывает средства. И все-таки мы пытаемся что-то изменить. Все-таки мы оспариваем решение правительства, думаем о разных других вариантах. Собрали вот этот митинг. Эстония это современное европейское правовое демократическое государство. Только что Лариса Владимировна зачитала конституцию, которая вполне отвечает всем современным требованиям и защищает права всех. И я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует. Я надеюсь, что все-таки права будут восстановлены, так или иначе, в судебном порядке или с помощью общественной инициативы. Но чтобы это произошло быстрее, ведь дети уже отучились, целый год отучились вот по этой программе, 60% на эстонском языке. И чтобы это произошло быстрее, вот необходимо применять все меры, предусмотренные законом для этого, и судебное обжалование, и собирание таких митингов, и иные другие возможности, которые в рамках закона, подчеркиваю это.
Закон обязательный для всех. Я сказал, что Эстония правовое государство, это означает, что закону подчиняется не только население, а также и Риги-Когу, которая этот закон приняла. В Эстонии живет тысячи, сотни тысяч русскоязычных жителей, которые уважают Эстонию, и они хотят, чтобы Эстония уважала их. Эти чувства должны быть взаимны. Мы добьемся образования на русском языке. Спасибо. Раз высказать свое отрицательное отношение к тому, что вытворяет сегодня правящая коалиция. Они топчут права людей, они топчут права работников, они топчут права жителей Эстонии, сотен тысяч жителей Эстонии. Они растоптали уже Конституцию. Они растоптали международные обязательства Эстонской Республики. Нужно это остановить. Мы не хотим, чтобы наши дети стали здесь людьми, не помнящими своего родства. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки имели возможность получать полноценное, настоящее, фундаментальное образование на своем родном языке. Мы не отрицаем необходимость знания эстонского языка, но не получат наши дети нормального школьного образования, если оно будет вестись по тем программам, по тем установкам, какие пытается протолкнуть господин Аяксо. Президент Эстонии господин Ильвес любит везде порассуждать о том, что какая у нас демократическая, какое демократическое общество, какое демократическое государство построено за эти два десятилетия с небольшим. Но так ли это? Если они плюют на мнение людей, если они игнорируют мнение попечительских советов, желание родителей и детей, то о каком демократическом обществе может идти речь? Нарвский энергопрофсоюз, который я имею честь здесь представлять, полностью поддерживает устремление Нарвского городского собрания, попечительских советов гимназий Нарвских и других гимназий Эстонской Республики, которые желают, чтобы сохранилось образование на русском языке. Мы с вами, дорогие друзья. Наше дело правое, и если мы не остановимся, не спасуем, мы победим. Спасибо. Не могу говорить от лица всех родителей, но так как сам являюсь отцом двоих детей, которые учатся в 8 и в 4 классе, из первого класса изучают эстонский язык в нашей школе и до сих пор знают его плохо не потому, что они такие ленивые и глупые, а потому что так, к сожалению, в некоторых школах его преподают. Меня не убеждает совершенно аргументация того, что дети будут лучше говорить на эстонском языке, если они будут физику изучать на эстонском языке. Тем более, мы все знаем прекрасно статистику, которая однозначно говорит о том, что в эстонском языке не хватает многих технических терминов, исторических, биологических, медицинских и прочих. Но не об этом я хотел сказать, точнее говоря, не только об этом. Стало постепенно забываться слово «интеграция», да, о которой нам очень много лет говорили сверху. И единственный, по моему мнению, пример интеграции, которая уже свершилась, это наше кладбище Ригикюла, где вы все видите эстонские фамилии, написанные кириллицей, русские фамилии, написанные латиницей, где рядом лежат эстонцы, русские, татары, евреи. И в связи с этим одно короткое стихотворение, которое, может быть, опишет эту ситуацию. Тот мир, который Бог нам подарил, мы смыслом наполняем сами. От древних дедовских могил до тех, что числятся за нами. Грустно, но очень бы хотелось, чтобы наше кладбище Ригикюла и другие кладбища в Эстонии не были единственным примером интеграции. А для этого нужно, чтобы дети, независимо от национальности и родного языка, вырастали умными, добрыми, хорошими. И, как мне кажется, русские дети, учась на русском языке, могут и должны стать хорошими гражданами нашей страны. И то, что на эстонском языке звучит как «элагу эсти», на русском языке должно также звучать, также приемлемо и также громко и созвучно. Да здравствует Эстония! Эстония – это для многих единственная родина, и для русских
и для эстонцев в том числе. Так вот, эта родина никуда не денется, и мы с нее никуда не денемся. И это политики наши должны осознать.